головной убор. Мобильный телефон Samsung Galaxy S8 Edge, подпись синего цвета, чехле, мобильный телефон Pixel, подпись черного цвета, мобильный телефон Sony Ericsson, подпись оранжевого цвета, ноутбук марки Dell, серийный номер, указан на также сетевой адаптер, передать Ибрагиму, мобильный телефон марки iPhone 5, подпись черного цвета, чехле, передать Латыпову, приговор может быть обжалован, Ульяновский областной суд, Челябинский район, и суд города Ульяновска в течение 10 суток со дня провозглашения осужденным, в тот же срок со дня вручения ему копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы либо апелляционного представления осужденных прав, когда с целью участия в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции получать решение своей защиты избранным защитником или ходатайство перед судом о назначении защитника. Судья, подпись. Приговор понятен? Понятен, вроде? Да. Срок услышали, назначено наказание. С применением статьи 64 наказания назначено. Решение услышали? Да. Значит, я разъясняю, что копию приговора вы получите в 5-суточный срок, крайний срок понедельник. Значит, с этого момента, как только распишется в расписке о получении копии приговора, идет 10-суточный срок для подачи апелляционной жалобы от вас. Поясните, в настоящее время паспорт при вас имеется? Имеется. Смен были? Ничего. Нет. Я также разъясняю, что у вас есть право знакомиться с протоколом судебного заседания, о чем вы в письменном виде должны суд известить, и принесение на него замечаний. То, что я разъяснил, понятно? Судебное заседание закрыто, я включу. Субтитры сделал DimaTorzok.